привіт, друзі! Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему, а тема нашої сьогоднішньої розмови – перший обласний міжетнічний фольклорний фестиваль «Етнічна спадщина», який відбудеться на Миколаївщині 24 червня. І у нас сьогодні в гостях організатори цього фестивалю, голова Болгарського культурно-просвітницького центру «Тирневка» Анатолій Волчо, і директор Тернівського будинку культури Юлія Любецька. Друзья мои, здравствуйте. Спасибо большое, что вы нашли время и к нам заглянули на огонек, на такой теплый огонек в нашем прямом эфире. Анатолий, Юлия, вы понимаете, вы не только красивые люди, но вы еще и смелые люди, потому что проведение любого фестиваля – это огромная работа. А вы не боитесь проводить различные фестивали. И вот 24 июня впервые на Николаевщине будет проходить фестиваль. Анатолий, вам слово. Ну, идея фестиваля витала в воздухе давно. Мы хотели уже несколько лет как провести, 5 лет, как бы наша организация, как занимаемся общественной деятельностью, воссозданием обрядов, традиций, культуры, поддержки культуры. И, естественно, так и Терновка уже многонациональный микрорайон, где все так же проживает болгарская диаспора, но в то же время у нас еще 32 национальности Тернки проживают. И болгарская диаспора под свое крыло принимает всех. Ну, скажем, если хотите, пускай будет так, да. Мы просто мирно дружим, сосуществуем, очень дружно, хорошо, все, народа много у нас. И как бы праздники, все, которые мы праздники проводим, в основном это мы проводим в тесной связке такой творческой с нашим Терновским домом культуры. Ну, хочется расти, надо же куда-то расти. Как бы все, уже все, что и можно вширь, было. Все, и да, высоту, да? Круглый, весь цикл круглогодичный праздников, мы уже его прошли, каждый год что-то новое добавляем, добавляем новые тематические обрядовые праздники. Вот 2 года назад мы начали, скажем так, реанимировали в Терновке праздник Ивана Купала, это аналог Ивана Купала, Эньо в день по-болгарски. Эньо – это одна из вариаций имени Иван. Это тоже болгарский праздник? Да, это народный болгарский праздник, он очень схож с Иваном Купала, он только в Терновке он празднуется, у болгар вообще он празднуется 24 июня, так сказать, по старому стилю, то, что сейчас делается 7 числа. Тогда, когда глубина этого праздника, это 24 июня, это самый длинный день в году, день равноденствия, и считалось, что травы целебные, которые собирали девушки в эту ночь, вечер перед самим праздником, имеют самую большую целебную силу. Или самую большую убийственную силу. И таким образом, Пустите, да, 24 числа мы начали этот праздник проводить, проводим его 2 года подряд, мы его провели на природе в форме народных гуляний, открыли для себя такую новую форму, как, ну, я во всяком случае для себя это открыл, что помещение это хорошо, но природа есть природа, ну, и конечно. Да, гораздо большее воодушевлением люди встречают этот праздник. И таким образом 2 года мы его провели, посмотрели, что праздник великолепный, людей очень много собирается, реально, ну, наверное, этот праздник за счет, наверное, того же, опять, что на берегу реки, травы, акустика великолепная, наша терновская балка, корыто, так сказать. Я думаю, что если бы Миланская опера услышала, как у нас играет, какое звучание, они бы, наверное, перенесли бы ее в Терновку. Вот это, кстати, очень важно, потому очень что обычно важно, проведение, да, фестиваля на открытом пространстве всегда чревато тем, что не хватает акустики, потеря не хватает звука, силы. Да. Да. Ну и в этом году как раз, скажем так, созрели. Областное управление культуры, национальности и религии при Николаевской облгосадминистрации объявило конкурс проекта в этом году. Ну, на какие-то культурные заходы, так сказать. Ну, и мы решили, что почему не воспользоваться этой возможностью. Мы давно хотели создать этот фестиваль и сели, написали проект. Так просто с легонца сели и написали? Ну, уже опыт есть, пусть он небольшой, но несколько лет мы уже работаем, проекты пишем часто, и гранты мы по болгарскому гранту, и, скажем так, международные, можно уже сказать, гранты выигрывали. Поэтому мы не боимся, конечно, такой работы. И таким образом мы получили, выиграли этот грант, этот проект, получили финансирование. Ну, понятно, что ищем дальше еще спонсоров, есть люди, которые об этом дальше поговорим, помогают с удовольствием. И решили создать фестиваль, так он уже попал точно на это же число, просто что немножко, скажем так, там не будет только Any of Den, естественно, это будет
ключевым, может быть, моментом. Мы с него начнем. Фестиваль начнется. В этом году мы его воссоздали уже в полном объеме. Сам обряд Enyo Den, Enyo Bulla называется он, сам обряд. Очень интересный. Объяснять и рассказывать его сейчас не буду. Это, конечно, приглашаю лучше всех приехать, да, посмотреть, на это окунуться. Это все, да. Угу. То есть наша библиотека Терновская совместно с членами нашего центра, они тоже у нас очень активные такие культурные зажигалки, они создали этот полностью обряд, проработали, сняли это уже и на видео мы его, он будет транслироваться еще и на проекторе, на экране, то есть те части, которые мы не сможем, там не все будет возможно показать, ну, в силу определенных технических моментов. Засняли этот обряд и, естественно, его презентуем полностью уже. И пригласили. Сама идея фестиваля в том, чтобы, возвращаясь к тому, что мы многонациональный район, как и весь, вся Николаевщина, в общем-то, решили объединить под этим фестивалем всех, все наши диаспоры, все национальные меньшины, которые проживают на Николаевщине. Ну, как оказалось, в процессе подготовки это будет не только из Николаева, хоть и областной фестиваль, но у нас будут из других областей гости. Ну вот ваш фестиваль носит название «Первый областной межэтнический фольклорный фестиваль этничное наследие». Да. То есть почему именно этничное наследие? Это именно потому, что объединяет он многие национальности? И то, что, наверное, то, что объединяет национальности и возвращает нас к истокам. То есть наследие, то, что нам досталось от наших предков, и то, что мы не должны забывать. И я хочу сказать, что, конечно, в двух словах очень просто Анатолий сказал о том, что мы написали грант. На самом деле, для того, чтобы грант заметили, увидели и оценили, идея должна быть, не побоюсь этого слова, уникальной. Конечно, просто так с какой-то идеей прийти, это достаточно сложно. Это огромная работа. Для того, чтобы прийти к этому выводу и взять именно этот праздник за основу, мы изучили обрядовые действия многих национальностей. И оказалось, что вот именно это совпадение произошло именно с этим праздником. У каждой национальности есть этот праздник, называется он у всех по-разному, но цель идет одна, да, это прославление солнца. Это действительно день солнцесостояния. И нам показалась интересная идея показать людям, как это бывает в разных странах, что есть общего, какое есть различие. На самом деле это безумно интересно, потому что этот праздник, он несет свое начало из очень-очень далекой древности. И он был, и есть, и будет, я думаю, почитаемый среди многих народов. Так как фольклор – это действительно начало-начал, и даже если взять творческий аспект, то все, например, танцы, так как я хореограф, больше базируюсь в эту сторону, то все народно-сценические танцы, они ставятся на основе фольклорных. То есть, буквально все, да, Юлия? Да, народно-сценические практически все. Угу. Все равно основа идет в фольклор любого народа. И действительно было очень много гениальных людей, хореографов, историков, которые выискивали этот фольклор и уже переносили, адаптировали его для сцены, для народно-сценические танцы, например. Да? Поэтому нам хочется показать людям, как это, как, что сохранилось. Ведь это безумно интересно. Это история, это живая история. Что может быть интереснее? Да? Книги – это интересно, это здорово, но увидеть это, я думаю, что это уникальная возможность для наших горожан. И ко всему этот день совпадает с празднованием Дня молодежи. И, естественно, мы не могли упустить эту возможность и не соединить этот праздник с Днем молодежи. То есть еще одним аспектом и целью проведения фестиваля это, конечно, воспитание молодежи, культурное воспитание, эстетическое. И я думаю, что как раз на истории, на корнях, на традициях это самая правильная почва для воспитания молодежи. Да, Юлия, но воспитывать, чтобы молодежь нынче сегодня, нужны деньги. Анатолий, вот провести такой фестиваль. Ну хорошо, вы сели, хоть Юлия и сказала, что вы скромничаете, вы написали уникальный сценарий, а вы говорите, что с лиханца. Но для того, чтобы провести фестиваль,
Хорошо, написали сценарий, его утвердили, вы выиграли конкурс. А дальше, говорят, работайте, ребята. А дальше? Работы очень много. Реально, нам управление, областное управление культуры, национальности и религии выделило немалую сумму. Она покрыла немалую, скажем так, часть расходов, но тем не менее, да. Мы хотим, естественно, сделать все на уровне. Хоть это и первый раз, но, опять же, не хочется первым блинкомом, чтобы был, скажем так. Хоть и говорят, что первым блинкомом, но мы не хотим этого. Мы хотим, чтобы фестиваль прошел на уровне, чтобы люди бы остались довольны, чтобы они захотели приехать. И в следующий раз, ведь не секрет, что межэтнический фестиваль подразумевает, диаспоры живут не только в самом Николаеве. Например, село Богемка Первомайского района, там чешская диаспора, они приедут. Приедут из Одессы, из Одесской области коллективы, очень хорошие, колоритные. Нам хочется провести так, чтобы эти люди захотели еще раз сюда приехать, чтобы не сказали, что так, что там делать, в той Терновке, так провели себе там пьянку-гулянку. Нет, мы хотим сделать нормальный уровень, поэтому надо, естественно, сделать хорошие и призы. Надо было разработать логотип того же фестиваля, логотипы, баннер сделать, ну и так далее, и тому подобное. Очень много организационной подготовки, подготовить место к самому проведению, потому что это тоже на природе будет. Это опять же та же фактически наша Терновская балка, только мы в этом году за счет того, что фестиваль подразумевает гораздо большее количество участников и зрителей, чем обычные наши праздники, которые мы проводили ранее, то место, на котором мы проводили раньше этот праздник, оно уже не соответствует сегодняшним запросам. Там нереально просто собрать такое количество людей, там нет того же подъезда хорошего, захода и так далее. Mm-hmm. Это фактически там, это дикая природа, скажем так. Поэтому мы выбрали немножко в этом году место поближе к трассе, фактически возле самой трассы, но в то же время на природе. Нашли такое интересное место. У нас, к сожалению, в Терновке нет ни парка, пока такого, ни сквера. Над этим мы тоже сейчас работаем, чтобы в Терновке появилась зона отдыха, рекреационная зона, где могли бы проводиться как фестивали, какие-то собрания, просто приходили мамочки с детками и так далее. Нашли такое хорошее место, это за переездом, кто знает Терновку, кто не знает, это улица Кировоградская, начало, второй номер, бывшая наша школа, северная так называемая, это за переездом, с правой стороны магазин Терновский. За этим магазином есть большой пустырь, мы сейчас его приводим в порядок, это тоже немаловажное, немаловозатратное, скажем так, мероприятие. Конечно, потому что, да, участок заросший травой, угу. Естественно, надо это все выкосить. Надо подготовить место для сцены. У нас будет профессиональная хорошая сцена, большая, 6 на 8 метров. То есть сцену вы будете собирать? Да, да. Что тоже очень затратно, это очень дорого нынче. Этот вопрос уже, слава богу, решен. Сцена будет мощная звуковая аппаратура, профессиональная. Ну, естественно, все это нужно, электропитание на нее отдельное, специальное и так далее, и так далее. То есть технических моментов очень много. Надо организовать транспортные, скажем так, чтобы люди, потому что Терновка не район, не секрет, что транспорт вечером ходит не очень хорошо, скажем так, у нас всего 62-51 маршрут, mm-hmm. и они там уже после 9 уехать не так просто, приходится ждать на север. Поэтому сейчас работаем над тем, чтобы договориться с перевозчиками, чтобы несколько автобусов пригнали туда, чтобы люди могли спокойно сесть за те же 4 гривны, как, ну, просто прямо оттуда, в их с фестиваля. Не за 10 гривен, да? Нет, конечно же, и вывезли в город, да. Так что, уважаемые николаевцы, не бойтесь приезжать в Терновку, не думайте, что мы там, что вы останетесь у нас жить, хотя если вы останетесь у нас жить, мы тоже против не будем. Мы всем, да, мы всем рады, добре дошли сюда. Ну, в общем, как-то так вот. Юлия, будьте добры. Если Анатолий, как я поняла, отвечает более, ну, как настоящий мужчина, отвечает за тяжелую артиллерию, то вы не только украшаете собой фестиваль, но вы еще и вдыхаете в него вот эту идею, о которой говорили, о том, чтобы прививать любовь к своим корням. Ну, правильно, чтобы не быть Иванами, не помнящими родства, потому что у кого, если не знаешь прошлого, то, в принципе, и будущего-то нет. Да, ну я скажу, что, наверное, Толю не надо в этом плане вдохновлять, потому что он действительно болеет, это, наверное, цель его жизни, то, что касается именно своих болгарских корней. Анатолий знает все, наверное, не знаю, до 10-20 колена, я просто знаю по поездкам в Болгарию, для него это очень важно, и, к счастью, он этот пример передает остальным. Он этой идеей воодушевляет, он заставляет как бы присутствовать,
прислушаться, задуматься, и волей-неволей действительно ты приходишь к выводу, что «а у меня же как?» задается такой вопрос. Это же передается детям, и мне кажется, это в правильной такой стезе воспитывает молодежь. В плане технических, наверное, каких-то таких разделений у нас нет, кто отвечает за техническую часть, кто за творческую. Вместе в одной упряжке у нас очень много помощников. Вот Анатолий сказал про логотип, я улыбнулась, потому что логотип делал наш очень-очень близкий друг, который живет в Харькове, и он любезно согласился нам помочь с логотипом, с баннером, абсолютно бесплатно, просто потому что он очень близкий для нас друг. И знаете, и таких людей на самом деле немало, которые откликаются. У нас есть две крестные мамы, я не устану их благодарить и повторять, потому что с каким бы праздником мы ни пришли, с каким анонсом, и всегда звучат имена этих людей. Это Иванова Надежда Валерьевна, депутат областной рады и директор товариства «Золотой колос», и депутат городской рады, это Ласурия Светлана Анатольевна. Это люди, которые не остаются равнодушными никогда, которые поддерживают нас и морально, и материально. Потому что действительно, наверное, фестиваль чем-то похож с ремонтом. Потому что ты планируешь одни затраты, а оказывается все в три раза больше. Но мы знаем, что ремонт закончить невозможно, завершить вернее. Его можно только просто перестать делать, бросить. Поэтому этот фестиваль не завершится, да, я думаю, да. Поэтому действительно, когда мы планировали изначально расходы, когда мы прописывали это в работе по гранду, были одни расходы. Сейчас появилось очень много мелких, казалось бы, на первый взгляд, таких проблем, но это огромные суммы. И мы звоним, просим, и, к счастью, нас слышат, отвечают, находятся эти средства, есть понимание, для чего это делается. Значит, мы смогли донести цель, значит, действительно, мы делаем хорошее дело, если люди вокруг нас поддерживают, не просто поддерживают, но и своими делами, и финансами, и моральной помощью, то есть все возможно. Очень много людей, вы же понимаете, что только выкосить траву на огромном пустыре. Да, казалось бы, выкосить траву, но на самом деле... Да, это огромная работа. Надо люди, надо косы, надо грабли, пускай это мелочи, но это все. Надо вывести все, что скосится, выбрать это все, вычистить, выбрать мусор. Вы же понимаете, что без мусора же не только трава, если мусор на участке. К сожалению, да. Но рядом находится предприятие «Золотой колос», которое имеет какие-то возможности именно к этому делу. И, конечно, здесь помощь. То, что касается, например, соединения с праздником Днем молодежи, мы решили посмотреть, наверное, слегка креативно на наш фестиваль. И мало того, что он фольклорный, то есть это народный, очень интересный, обрядовый, но в конце мы решили сделать небольшой сюрприз, и для деток, и для молодежи будут отдельные программы. Планируются игры для детей развлекательные, и планируется, мы очень надеемся, что молодая начинающая рок-группа «Ап» подарит нам свое творчество, современную музыку, что, наверное, больше это уже к вечеру, эта программа превратится в более такую развлекательную, праздничную, то есть мы плавно перейдем от истоков до современности. Такой своеобразный мост от древности к современности, который соединен таким красивым действом, как фольклорный фестиваль. Да. И главное, чтобы были все, кто заявлен в фестивале, чтобы они смогли приехать. Но я думаю, мы зная, над этим работаем, зная стараемся, вас, да. Анатолий, то есть вам отказать, это лучше умереть. Дело, даже, может быть, дело может быть даже не в этом, просто есть даже не столько желание, сколько это как уже это внутренний долг такой, сделать все на уровне. Это разбейся в лепешку, но сделай. Я так на это смотрю. Поэтому, естественно, мы все сделаем. Помимо того, что Юлия Николаевна говорит о этом красивом плавном переходе от древности к современию, показ этой неразрывности, да, культурной цепочки, мы еще устроим конкурс караоке будет с призами, так что, дорогие николаевцы, кто хочет прорваться на большую сцену, приходите, попробуйте, начнете с Терновки, будет вам возможность предоставлена сцена, плюс еще и получите приз за это.
Помимо этого еще будет представлены национальные кухни, потому что будут у нас и армянская община, и чешская, и белорусская, то есть украинцы, конечно же, болгары, ну, и так далее. Кто бы сомневался, куда без болгар. Да, будут также выставки, подделки народных умельцев. Те же чехи выявили свою готовность и желание большое показать свое народное творчество. Матвеевский дом культуры молодцы, очень везут хорошую большую программу. И тоже говорят, мы привезем, у нас тоже умельцев в нашей казачьей станице хватает. Мы привезем тоже и кухню покажем, и рабочие подделки. Вот что интересно, у нас на Николаевщине живет очень талантливый народ. Я думаю, что телезрители со мной согласятся. Друзья мои, все вы талантливые. Не рассказывайте, что не талантливы. Все талантливы. Но для того, чтобы проявить свой талант, нужны обстоятельства. Вы, Анатолий, работаете в том направлении, чтобы люди могли проявить свой талант в плане творчества. Это здорово. Вы, Юлия, работаете, чтобы дети и молодые девушки и парни могли проявить свой талант тоже в плане творчества. Вы обучаете их такому удивительному искусству, как танец. Ну что может быть прекраснее танца? Разве что музыка и пение, да? Это одно все, я думаю, что это все неразрывное целое, да. Будьте добры, Анатолий, и все-таки возвращаясь к началу нашего разговора, проведение фестиваля, когда вы писали ваш сценарий, вообще, вот вы же понимаете, что любой фестиваль – это жуткая головная боль. Ну, тогда еще до у конца… У вас есть этого... волшебная таблетка, наверное. До конца я тогда этого еще не понимал. Сейчас, чем ближе к дню проведения, чем меньше дней остается, как бы идет обратный отсчет времени, и все больше чувствуется, насколько это головная боль, насколько… Иногда даже посещает чувство цейтнота, то есть зажат во времени, не хватает просто реально времени, не только времени, понятно, ресурсов, но опять же, для того, чтобы найти ресурсы, нужно время. Поэтому, конечно, да, это большая головная боль, много уже у меня мыслей по этому поводу было, но в то же время я понимаю, что мы делаем правильное, хорошее дело, я очень верю в то, что мою точку зрения разделяют и другие люди. В принципе, это все будет видно в субботу, ну… Судя по прошлому опыту нашей работы культурного, выховной, так сказать, то, в принципе, Терновка, как минимум, будет в очень большом присутствии. Но надеемся, что город приедет. Для этого, опять же, да, говорю, что мы стараемся сделать так, чтобы люди смогли уехать и свободно. Хочу сразу сделать анонс по времени, потому что мы говорим о фестивале, мы не сказали, когда он будет. Это очень важный момент. Да, да. Да, Анатолий, будьте добры. Это 24 июня, микрорайон Терновка, улица Кировоградская, 2, остановка «Школа». На 16:00 открытие, примерно часа на 3 до 4 концертная программа, потом закрытие фестиваля и своего рода дискотека уже такое. Развожальный уже захід піде. Еще один нюанс, и я думаю, что он немаловажный. Анатолий, для того, чтобы фестиваль состоялся, все должно работать как часы. Но еще должен быть правопорядок. То есть не секрет, что есть люди, которые ну, чуть-чуть там что-то разнервничались и пошли бузить. Охрана общественного порядка. Учли все моменты, да. Естественно, для того, чтобы провести массовый захид, то надо подать заблаговременно разрешительные письма, написать обращение, скажем так, в горсовет. Для того, чтобы дали карету скорой помощи и обеспечили охрану правопорядка. У нас в Терновке есть свой, скажем так, опорный пункт полиции. Типа того, но это общественная организация, Сокол называется, да. Они, в принципе, когда наши до этого мероприятия типа были… Типа дружинников, да? Да, они всегда нас с дорогой душой, скажем так, обслуживали наши мероприятия. Ну, в этом году в связи с тем, что мероприятие переходит, скажем так, существовавшие до этого рамки по масштабности. Мероприятие затягивается. В связи с тем, что мероприятие затягивается. То мы сделали все как положено, как того требует закон. Мы подали в горсовет письма, в облздрав и в горсовет. Подписали письма и там, то есть карета скорой помощи, которая, надеюсь, очень никому не понадобится.
И милиция, полиция будет обеспечена, все это будет. Ну, слава Богу. Друзья мои, у нас остается совсем немного времени, но я думаю, что для того, чтобы каждый из вас молвил слово нашим телезрителям глаза в глаза, у нас еще осталось время. Юлия, будьте добры. После слов Анатолия хочется сказать, что у нас будет безопасно, вкусно, весело и поучительно. Поэтому приезжайте, действительно, это будет замечательный праздник. Мы все будем рады вас видеть. Вас ждут очень много сюрпризов, которые мы здесь не открыли. Анатолий. Доброй душі, як ви мого довікажа. По-болгарски вас всіх з дорогою душою, з відкритим серцем. Приглашаємо вас на наш праздник. Він буде наш общий, ми для вас його создаємо. Поэтому, естественно, приезжайте разделить с нами эту радость. Друзья мои, я напоминаю, что фестиваль начнется в 16:00 24 июня в поселке... Микрорайон Терновка. Приезжайте, не пожалеете, потому что такие красивые, яркие и смелые люди его устраивают. Ну и, как говорится, опять нет повода не выпить. Но если пить, то немного. Це була розмова на тему. На все добре.